Март хоть по календарю и первый весенний месяц, как говорят синоптики, климатически последний зимний. Так что то, что мы наблюдаем сейчас, скорее всего, небольшая оттепель. В целом же синоптики видят месяц обычным, с малейшими отклонениями от нормы. Средняя температура минус 6. В первой декаде погода еще останется такой, как сегодня, с потеплениями днем до плюс 5. А вот в середине месяца вернутся морозы. Вот что говорят синоптики по этому поводу. Температура, начиная минус 6, минус 11, которую мы наблюдаем сейчас в начале марта, и дневная температура около нуля, в скором времени сменится. После 5-6 числа ночные температуры у нас понизятся до 18-23 градусов мороза. Дневные температуры в этот период будут находиться в пределах 7-12, что очень свойственно для нашего резкого континентального климата. Еще одно свойство нашего климата – март будет ветреным. Это связано с тем, что арктические массы воздуха покидают континент. Что касается осадков, в ближайшее время мокрый снег. Кстати, гидрологи пока не прогнозируют паводков в Хакасии. Хоть снега в этом году выпало и много, в Абакане, к примеру, его толщина 18 сантиметров, это не должно вызывать опасений. К примеру, в Таштыпе превышение нормы станции зафиксировали аж двойное. Вот такую оценку ситуации дает отдел гидрологии. Это степная часть, и как бы она бы сойдет быстро. Да, верховье Абакана, это вот как раз Усть-Арташ и Башиун. Чуть больше нормы на 50%, ну 150 там процентов от нормы. И на Тарташе 100%. Гидрологическую обстановку специалисты называют стабильной, но более точных прогнозов пока давать рано. Это связано с тем, что в горах еще будет выпадать снег. Точный прогноз гидрологи дадут в начале апреля. Елена Крылова, Дмитрий Кузнецов, Вести, Хакасия.